Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Принц Персия Забытые Пески. Давай далее. Что ты восстанавливаешь тут? А, водный каскад. Да. Вспомнил. Презервуар. Или резерватив, кому как удобней. Да тихо ты, тихо. Вот так. Так. Да почему так-то? Вот так. Блин, вот покопаться-то придется. Блин. Так. Вот, вот это вот надо переделать, надо будет поди. Так, ну-ка, настройки, управление, сменить управление, где у нас? Вот так вот. Все нормально. Так. Куда нам дали-то? Где-то здесь. А, ну вот сюда и надо. Оп. Идите, я занят. Так. Ага. Все. Спускаемся вниз. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Блин, блинский. Ну-ка давай замешаем. Блин. На. Так, тихо вы. На. На. На твою мать-то. Давай, 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 давай. Смог.
Блин, я думал, ты мне жизни дашь. Жадина говядина. Так, зачем это я установил? Не знаю пока. Так. Где что я могу подобрать? Ага. Вон оно что, Михалыч. А, то закрытая область секретная такая. Вон оно что. А здесь у нас просто водопад. Так. Давай, 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 давай. И оп. Оп. Чё, просто так и все, ничего нету? А, нет, почему ничего нету? Вот. Вот же. Да нет, не так. Вот так. Раз. Раз. Подожди. Раз. Блин, с первого раза, да, залез. Да куда ты полез-то? Да если я так на каждую буду, блин. Вот так. Хопа. Нет, не так. Нет, не так. Да не то нажал. Вот так. Блин, кое-как. Так. Ладно, подкрепились. Давай, 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 давай. Понятненько. Давай, 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 давай. Ой, как я вас ненавижу. Уа, она еще и... Так. Ой, не ту нажал.
Ни хрена не так. Ага, не так. Подожди. Да не так. Блин, я так все потрачу. Ой, как я вас ждал. Ни хрена не так. Так. Тихо. Нате, нате. Нате, получите. Хуй в томате. Спокойно. Хоп. Блин, все горшки, да, побил. Все. Да как так-то? Бля. Ни хрена, короче, какая-то хрень. Так. 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 Фу, блин, с приятным паром. Да пёрся, блин. За этой статуей, когда она повернется лицом к склепу, тайник откроется. Это царь Соломон? Да. Надо же, ты знала человека, о котором я слышал только легенды. Не думаю, что ваши легенды его достойны. Он был мудр и добр. Ты спрашивал, почему я осталась. Даже если бы я хотела уйти, ни за что не покинула бы город, что был ему домом. И даже теперь. Но ты и не ушла. Разве? Обычно это дурной знак. Ну давай. Ой-ой-ой. Ой. На.
На. Подожди. Ну вставай. Бля, ты столько лежишь на полу. Подождите. Первый есть. Давай. На. Ой-ой-ой-ой. На. 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 Кто? Ты там один остался? Фу. Где ты? Вон он ты. На. Назад. Давай, давай, давай. Вот так. Вот так. На. Спокойненько. На. Ну-ка. Не сметь. На. Вот так. Порыло ему, врыло. Тихо, тихо. Ага. Так, соберем наши жизни. Понятненько.
Опа. Понятно, но это не то, что мы искали, конечно. Понятненько. Теперь мне вот здесь вот надо... Так. Статуя повернется лицом к склепу, и тайник откроется. Как ее повернуть? Понятненько. Высоко, высоко. Ну-ка, с другой стороны, что у нас? А с другой стороны у нас ничего. Понятненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, набегаюсь. Ой, напрыгаюсь. На. А почему? Давай, давай, прыгай. Все правильно ты думаешь? Да не туда. Не туда. Почему ты в этом плане такой тугодум? Так, это что открывает? Что-то открывает. У меня такой же вопрос. Так, ну я надеюсь, я правильно делаю все. Ну, видимо, правильно сделал. Дракон? Это был дракон или че? Чей череп-то? Если хоть какая-то часть Малика жила, надеюсь, он простит меня. Так. Куда, куда? Не, 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 не так, не так. Подожди. Ты все дурнее, дурнее в управлении становишься. Так. Спокойно. Ой-ой-ой-ой.
Ничего страшного. Неприятность эту мы переживем. Так, ну пойдем, отчитаемся о проделанной работе. Ты готов? Боюсь, что мы не можем больше ждать. Я готов, но на мое оружие Ротаж даже не обратил внимания. Как этот меч остановит его и его армию? Таково предназначение этого меча. Уничтожить то, что создано джинном, можно лишь магией джинна. Не понимаю. Дай сюда меч, я покажу тебе. Сейчас порежется. Разия! Я здесь. Что ты сделала? Я говорила, что у меня своя роль. Моя сила поможет тебе одолеть Ротаж. А что будет с тобой, когда его не станет? Я не знаю. Увидим, когда ты победишь. А теперь нам нужно идти. Если не уничтожить армию, все будет напрасно. Ну, теперь нужно идти. Теперь пойдем. Теперь-то, конечно, куда нам теперь деваться-то? Доступно улучшение. Так. Теперь, наверное, надо найти Малика. Опять завалено. Что это будет сложно? Я до сих пор ощущаю силу времени. Тогда поторопимся. Так. Так. Кто здесь? Пачками кладу. Вот так. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть осталось у вас. Я думал, что все пройдет так гладко. Да, знаешь, как-то не по себе, когда твой меч с тобой разговаривает. А уж как мне не по себе от того, что я теперь меч. Спокойно. Где мои жизни? Раньше пинать надо было, сейчас так справляюсь, да? Ну да, жизни-то мне надо будет еще сколько насобирать. Замок, по крайней мере, не рушится, уже хорошо. Так. Хоп. Хоп. На. Тихо-тихо.
На. Во, вроде весь остановился. Ну, туда-то мне точно не прыгнуть, туда мне и не надо. Хотя красивенько так, как будто в пещере какой-то. Ой. Блин. Давай. Блин. Хопа. И что мне тут делать? Нет. Да стойте. Вот так замешаем. Тихо, тихо, вылазь. На. Это башня тебя. Она приведет тебя назад в дворец. На лестницу рассчитывать не приходится? Нет. Ничего же. Но кажется, в прошлый раз лестница тебе не понравилась. Блин. Очень смешно. О, не то, не то. Хоп. Кто же знал, что там столб должен прятаться за ним? Так. Хоп. Так. Так. Блин. Давай, 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 ползи, ползи, ползи. Как у вас здесь все замучено-то? Вы не ищете легких путей, это я уже понял. Так. Что у нас здесь? Вау!
Оп. Давай, схватился. Вот так. А, нет, назад. Нет, во время прыжка надо нажать. Вот так вот. Охренеть, тут замучено. Нет, мне вот этого хватит. Или мне сюда и надо? Нет, все-таки вот сюда мне. Башня обозначает границу моего царства. Теперь мы в твоем дворце. Ты в порядке? Конечно. Если это будет в моих силах, я верну тебя домой. Так. Да иди. Вот так. Где тут можно подобрать? Ва-ва-ва-ва, давай. Побольше бы их ставили бы здесь. Опа, вы что создаете? А, во, подожди. Давай. Хоп. На. И... Оп! На! Стой! Ладно, те пусть остаются. Тихо. Орды нападают на меня. Хопа. Они повсюду. Воинов больше, чем песчинок в пустыне. Все в точности, как говорил твой брат. Только он ждал, что они будут на его стороне. Давай. Хоп. Эй, хоп. Ну как же без этого-то, блин? Без трудностей. А, подожди уже, у меня же есть охренительный меч. Чего я парюсь-то?
все нормально. А я уворачиваться еще хотел, ни хрена. На. На. Хоп. Хе-хоп. Так. Ага, вот. На. 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 Бежим, бежим, бежим. На. На. Хопа. Хоп. Успел. Птички. Комар. Вот так вот, вот это силище. Да вы мне мешаетесь, понимаете? Вы вот не враги вроде как, просто хрень полная. На. Так. Дворец очень изменился с тех пор, как я его видела в последний раз. Я даже не узнаю этих комнат. Рад, что тебе нравится. Я устала рубить этих чудовищ. Надо же иногда отвлекаться. Ну что ж, это верно. Понятненько. Тут надо что-то сделать нам. Ага. Подожди. Полезли, полезли, полезли. Не понимаю. Так, ладно. А, все понятно. Хватаем. Бежим, 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 бежим. Вниз. Теперь здесь точно так же. Вперед, вперед, вперед. Оп. Раскачивайся. Берем, берем, берем. Оп. 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 Открыли. Все, спасибо. Всем спасибо, всем пока. Чтобы найти Раташа, тебе нужно будет забраться повыше. Иначе так и будешь бессмысленно сражаться с его армией. Эта башня достаточно высока. Будем надеяться. Ой, ешь твою мать. Достаточно. Не знаю, мне и прошлого раза хватило башни-то нормально.
Чё придираться-то? Так. Ага, подожди, стоять. Вот так. Хоп. Да твою мать. Все, не слава богу. Когда мы выйдем наружу, но думаю, что нас встретят. Да, уверен, что нас встретят. Так будет легче. А твоего брата ничего не осталось. Я постараюсь не забывать об этом. Так, вот мы пришли. И ни хрена. Почему? Потому что мы не нажали сюда. Все. С вами понятно. Да блин. Да. Вот так вот. Блин, сложно. Так. Нет, не так, не так, не так. Да ни хрена не так. Да твою ж мать. Да. Сейчас тут я охренею от этого. Не знаю, что будет, когда мы выйдем наружу. Но думаю, что нас скрыт. Лучше называй его так. Так будет ли? А твоего брата ничего не осталось. Я постараюсь не забывать. Нет, не туда, не туда, не туда. Давай, 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 давай. Блин. Вот это сложно. Нет, нифига не так. Но почему ты не схватился? Нахрен. Думаю,
вперед не заденет ее вершину. Не знаю, что будет, когда мы выйдем. Но думаю, что нас... Называй его Раташ. Так будет легче. А твоего брата ничего не осталось. Я постараюсь не забывать. И оп, хоть бы какая-то, блин, это была бы. Чекпоинт какой-нибудь. Фух. Понятненько. Нет, ни хрена не так. Вот так. Да нет. Господи, вот напрыгаюсь. Все. Ага. Вон он, что, Михалыч. Да ни хрена не так. Фух. Так. Ну давай. Давай, 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 давай. Вот так. Это Раташ? Что с ним случилось? Буря придает ему силу. Да. Да подождите вы. На. 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 Блин, да ты чё, падла? В кучу. Да не так. Отмена, блин. Сценку пропустил опять. Одну сценку пропустил, где брат убивает нахрен этого Раташа.
Да ни хрена не так. Еще. Опа. Что-то не туда, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, я кувшины соберу. Оп. На. Назад, не туда. Да что ты такой-то, блин? Так, точно не по стене. Ну давай, поворачивайся, поворачивайся. Ага, вот так вот. Так, ладно, предположим. Только куда мне там? Вот так вот. Фух. Ну, самый трудный, я думаю, это был каскад вот этот, который до этого был. Что, синий, я думаю, не хватает. Ну и горшков тоже не хватает. Ладно. Смотрим. Блин, видео пропустил, так, блин, вот говорю, одно видео пропустил, где брат убил демона и сам стал чертом этим. Ай-яй-яй-яй. Рашас. Ну давай, я готов, ты готов? Я готов. Ну ты даже на демона это не похож, просто какой-то сгусток, хуй пойми чего. Непонятно. Будем разбираться. Так. Никогда не видел такой песчаной бури. Я видел. Один. Я надеюсь, что это больше не повторится. Ой-ой-ой. Ага. Ну ты идиотушка. Идиотинушка, я бы даже сказал. Наверх. Еще. Ага.
На! Так. Я же прыгнул. На. Блин, осколки эти летают. Что это за птицы пустыни, мне вот интересно знать. И оп. Понятненько. Спокойно, ни хрена ты меня даже ранил, падла. Давай, крутись. Ну чё ты, блин? Вот же эта птичка. Блин, ты мне вообще все портишь. Давай, 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 давай. Извините, ребятки, дайте мне, пожалуйста, синего побольше. Хрен там, да, не дождетесь. Это вот так вот вы со мной обращаетесь. Что случилось? Армия забирает мою магию. Силы, что я дала тебе, уменьшаются. Я и не думал, что Ратах легко даст себя одолеть. Видишь печать у него на груди? Да вижу. Целься в нее. А попроще ничего нельзя было придумать? Давай. Да. Да. Куда это ты? Ага. Хренушки тебе. На. 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 Вот так вот.
Я успел скачать? Ни хрена не успел скачать. Давай, давай, давай. Бля. Что случилось? Армия забирает мою магию. Силы, что я дала тебе, уменьшаются. Я и не думал, что Ротар легко даст себя одолеть. Видишь печать у него на груди? Вижу, вижу. Целься в нее. А попроще ничего нельзя было придумать? Ну-ка. Да. Давай, 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 давай. Это мы все проходили. Это нам не страшно. Давай. Блин. Давай, давай. Подожди, а ты что, жизнь восстанавливаешь? Я не понял. Да. Ну как? Ух ты! Что он говорит? На. Тихо, тихо. Вот так вот. На корню его изрубили. Давай. Ну
Еще немножечко, чуть-чуть осталось-то. Твою ж мать-то! Ты меня провоцируешь, падла. Армия забирает мою магию. Силы, что я дала тебе, уменьшаются. Вроде и несложно было-то, нахуй. Но почему-то он не среагировал никак. Печать у него на груди. Целься в нее. А попроще ничего нельзя было придумать. На. Давай, давай, давай. На. Блин, все так хорошо начиналось. Давай, бегу, бегу. Так. Да. Да. Вот так вот. Еще вылезти не успел, я его загасил. Ой, да сейчас, конечно. Что он говорит? Дразни, лжет. Да тихо ты. Да вставай ты. Придурень, блядь. На. Давай, 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 давай. Вставай, инвалид. Да, блин. Вставай. Но ты сможешь?
Тварь, встать! Так. Да вставай! Так. На краешек. Давай. И вот она, смертушка твоя. Расхреначила тебя. Ну? Как теперь твои дела? Что такое? Не пойму. Что за вонь стоит в дому? О, братишка козлина. И эти из песка хоть высвободились. Правда, замок весь разрушен. Дворец. У них не замок, у них дворцы. Дворец весь разрушен. А выгребать песок, так вообще еще и правнуки будут, наверное. Чувствовал, как он овладевает моим телом, но не смог его остановить. Я был пленником. Малик, прости, я... Это мне надо просить прощения. Ты был прав, а я тебя не слушал. Ты спас нас. Я помогу тебе. Нет. Слишком поздно. Скажи отцу, я Симба. Вижу, что ты станешь великим правителем, как царь Соломон. Малик! Помер Ефим, да и хрен с ним. Да и человечек он был так себе. Все развалил, господи. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся уже в следующей игре. Пока!